Авиакосмический салон – это прекрасная возможность знакомства с достижениями в области авиации. Советский и российский народ всегда славился своей безграничной любовью к авиации. И авиакосмический салон дает замечательную возможность посмотреть на все эти прекрасные достижения, на самолеты, потрогать их руками, посидеть даже в кабине. Это замечательно, это здорово. Когда выруливаешь на полосу и видишь буквально сотни тысяч людей, вот это прекрасное людское море, которые тебе машут руками, то, конечно, это очень воодушевляет. И вот эта аура, вот эта атмосфера, она очень приподнимает. Но, с другой стороны, летчику, естественно, нужно сразу же от этого абстрагироваться и включаться в выполнение того, чему он научен, не более того. Новинками этого салона с точки зрения работы фирмы Сухого является демонстрация самолетов Т-50, полеты парой в группе и также демонстрационный одиночный пилотаж на малых высотах. И еще новинкой является салона с точки зрения, опять же, ОКБ Сухого. Это представление самолета Су-35, пилотаж в режиме сверхманевренности. Зрителям, посетителям МАКСа я хочу сказать прежде всего низкий поклон, большое им спасибо за то, что вот у нас есть такое огромное количество энтузиастов. Хочется пожелать такого же неиссякаемого, неугасаемого интереса к нашей авиации. Дальнейших творческих успехов, поисков в области изыскания новинок авиационных. Крепкого здоровья и такого же энтузиазма.
easy on the ground at 3-5. I think he should have hit the runway on his previous tank. Thank you.
Российская самолетостроительная корпорация МиГ на Максе 2011 года продемонстрирует статический показ, на котором будет выстроена вся линейка самолетов, которые разработаны, которые производятся корпорацией МиГ, а также летный показ. В летном показе будут участвовать самолеты МиГ-29К, это корабельный наш вариант, самолет МиГ-35, демонстратор, и самолет МиГ-29 ОВТ. Конечно, я хотел бы посетителям, тем, которые непосредственно работают в авиационной отрасли, пожелать новых контактов, новых встреч, новых контрактов, интересной работы, потому что в процессе Макса это не только шоу, это и работа. А зрителям я хотел бы пожелать приятного времяпровождения во время грандиозного авиационного шоу.
Пилотажная группа «Сокол России» на международном московском авиакосмическом салоне в этом году будет демонстрировать маневренный воздушный бой пара на пару и пилотаж в суммарном полетном порядке в составе 4 самолетов. Также начальник авиацентра генерал-майор Харчевский будет пилотировать на Су-34 индивидуальный пилотаж. Воздушный бой, который мы собираемся демонстрировать, это обычный воздушный бой, который отрабатывают летчики при подготовке к боевым действиям. Показной бой отличается от реального тем, что маневрирование пар и звена в данном случае происходит просто в ограниченном участке воздушного пространства. Прежде всего я хотел пожелать бы прекрасной погоды, зрителям наслаждения от полетов, а также и летчикам наслаждения от полетов для того, чтобы в очередной раз поднять самолет в воздух и показать, на что он способен, и продемонстрировать при этом свое мастерство. Всем удачи! Я искренне хотел бы пожелать всем представителям, гостям и многочисленным зрителям получить максимальную пользу
добиться успехов, я имею в виду профессиональному сообществу, участникам этого салона, ну а зрителям получить огромное удовольствие от увиденного. Потому что все то, что происходить будет в небе, это демонстрация не только техники, науки, но и человеческих возможностей и достижений.
хотели пожелать гостям, участникам и зрителям Макса? Ну, в первую очередь, участникам хорошей погоды, да, в принципе, как и гостям, когда участники Макса смогут продемонстрировать всю полностью программу, которая планируется. Вот. Пусть все удастся, конечно, безопасно, естественно же. Ну и праздник, пусть, еще раз говорю, удастся на все 100%. Прежде всего, хорошая погода, работоспособность авиационной техники, чтобы как можно меньше было ее отказов. Ну и всего самого, наверное, наилучшего, чтобы все увидели, что авиация в России есть, что мы еще летаем, что идет процесс совершенствования и, наверное, освоения новой техники. Я так думаю, что эта традиция, участие наших пилотажных групп, в частности, и русские «Витязи», и «Стрижи», традиция сохранится, будет «Макс» жить, и мы в этом уверены, и будут традиционно на протяжении многих-многих лет участвовать наши пилотажные группы. С большим удовольствием.
Удачи. Добавим 95. Горка, полупереворот влево. Хороший строй. Выводим горку, начали.